Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня, пока моя мама пошла погулять с маленьким, у меня есть немножко времени для того, чтобы рассказать вам о своих покупочках AliExpress. На самом деле их немного, но они долгожданные, и, честно говоря, я еще жду посылочки себе с Китая, но я не знаю, что в этих, и представляете, я их получила позавчера, и вот я столько времени их не распаковываю, потому что я говорила, что я люблю спонтанные видео, и я люблю все делать, ну, впервые на камеру, да, потому что появляются какие-то интересные вещи, спонтанность, в общем, настоящие эмоции. И сейчас я хочу распаковать и рассказать вам о том, что же я заказала на AliExpress. Итак, первое, надо их аккуратно еще распаковывать, чтобы не задеть саму упаковку. Я боюсь все время. Однажды я что-то так распаковала, и, в общем, было не очень хорошо. Итак, первая упаковочка. Абсолютно не знаю, что меня там ждет. Вот так вот запаковано все. Что же там? Ага, то, что я знала, это как раз бритвы, по-моему. Да, это бритвы для лица. Девочки, скоро я вам расскажу. Скоро я вам расскажу, как я буду брить лицо. И расскажу, что это за фишка вообще, где я увидела. Это на самом деле не стёб. Это реальная тема. Я посмотрела нужных людей, в общем, все об этом узнала. Хочу тоже попробовать перед вами и рассказать, в общем, вам, что я узнала. Короче, вот такие вот три бритвы для лица. Они ко мне пришли, наконец-таки. Так, буду здесь складывать, не буду, но вид портить. Вот, внизу сложу. Следующее. Дальше идем. Оранжевенький пакетик. Такой маленький. Интересно, что там. Что там. Кстати, кто пробовал бритвы для лица, можете в комментариях мне написать, кто пробовал и кто что об этом знает. Мне будет любопытно, чтобы я как раз в видео потом подискуссировала с вами. Дальше. Ой, что за фигня? Короче, вот какие-то наклеечки, цветочки. И на самом деле пришли губы. Такие вот. Но я заказывала губы как наклейки для губ. Для того, чтобы опять вам снять видео. Как помните, я тени клеила, да? Для глаз. А это должны быть для губ наклейки. Думаю, я могу, надо попробовать. Но только они огромные какие-то. Это вообще, походу, просто наклейка. И что, я дура, заказала просто наклейку для... Просто наклейку заказала. Делать мне нечего, да? Сейчас я ее сниму. А, нет, здесь типа выбирать можно, но все равно какие-то губы здоровые, видите? Здесь типа вырезаешь. Мне кажется, это все равно не мои губы, здоровые какие-то. Короче, тоже покажу вам в отдельном видео, как мы это будем клеить и что из этого вообще выйдет. По идее, это типа наклейки для губ, короче, красивые такие. Я не знаю, для фотосессии тоже или еще. Я просто люблю что-то такое, знаете, не надо красить, вроде бы как это... Быстрее и проще, да? Тени тогда тоже мне очень понравились. Их накрасили. Конечно, они грубоватые получились, но правильно нанести, правильно вырезать, все будет клево. Для фотосессии отлично. И последний пакетик я открываю уже. Что у нас здесь? Еще что-то. Теперь, наверное, губы. Нет. Мне все время хочется, чтобы мне положили что-нибудь лишнего туда. И я такая, а, сюрприз! Люблю подарочки. Сюрприз. Видите, наклейку положили, и приятно. Наклейку я не ждала. Цветочками. Короче, вот какой-то такой пакетик. Да, это снова губы. И вот серебристые они такие. Короче, будет что вам показать. Два вида губ, да? Тоже они как-то вырезаются здесь по какому-то размеру непонятному. С другой стороны. Здесь серебрушки. Ой, ну вот, что-то это, мало покупок, точнее, две из них это губы вообще наклейки, да, что-то как-то быстро. Тогда сейчас я вам покажу, что я купила еще не с AliExpress, а другое. В общем, были мы с мамой недавно в Икее, и я решила купить себе вот такие вот фломастеры в Икее, которые рисуют по ткани. И я думаю, может, я разрисую себе что-нибудь. В общем, кто пользовался вот этими фломастерами по ткани, расскажите мне, пожалуйста, насколько надолго их хватает, хорошо ли они пишут. В общем, что ими можно вообще реально рисовать, а что нереально.
Вот красные, например. Вот такие вот они. И, в общем, по ткани. Сейчас не буду. Сейчас нет у меня ткани какой-то ненужной, чтобы я на ней что-то нарисовала. Ну, в общем, вот, кстати, мне интересно, кто пользовался. Я хочу что-нибудь через трафареточку попробовать рисовать. Короче, вот такие вот купила для ткани. И я вам все буду показывать. Это все для творчества у нас. И еще смотрите, что я купила. Необычный вот такой вот клей. Смотрите. Это для пистолета. Я все-таки не стала экспериментировать и пользоваться пистолетом с фикс-прайса. У кого, девочки, он работает, у кого не взрывался, не сверкал в руках, отлично. Но просто я... Вы теперь понимаете, почему я очень бережно... Ну, как бы сейчас можно такое купить, ничего там сверкнет, ничего страшного, да? Но когда я была беременная, мне лично было очень страшно, чтобы меня там сверкнуло, поразило током каким-то, и внутри меня малыш, как бы я не одна, поэтому я боялась. Купила себе другой пистолет немецкой фирмы, но у него вот такие вот... толстые клеи, и я, короче, зашла, и смотрите, они цветные, блестящие. Это, кстати, для DIY, для вас готовлю. DIY, интересно, вот такой еще синий. Короче, вот. И попробую что-то сделать интересное для вас. Ну, в общем, вот все покупочки, не буду тогда делать длинное очень видео. Ждем еще посылки с AliExpress, что-то там должно прийти мне. А если не должно, надо проверить. Я сделаю еще заказик, и мы с вами подождем тогда что-нибудь интересного. Итак, ссылочки я все оставлю внизу на губки, на эти лезвия для лица. Кстати, я готовлю для вас несколько тегов. Мне одна из подписчиц прислала интересные теги, которые я не встречала. И я обязательно их сниму скоро. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто у меня впервые. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!